І до новин у компании. У городском поселку Лельчицы отбылось урочистое открытие участка Мазырского отделения филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель-Энерго». На этой подее побывали и наши корреспонденты. Для городского поселка открытие в Лельчицах нового здания производственного участка «Энергосбыт» РУП «Гомель-Энерго» было ожидаемым событием, а потому и получилось по-настоящему праздничным. А еще совсем недавно участок располагался в небольшом здании, построенном полвека назад. Оно было плохо приспособлено как для качественной работы персонала, так и для обслуживания населения по принятым сегодня в энергетике стандартам. Оно не соответствовало ни санитарно-гигиеническим, ни нормам. То есть в одном кабинете там 10 квадратных метров сидело по 3 человека, работали. Сделали это новое здание, все прекрасно. Сейчас абоненты бытовые приходят, благодарят даже нас за то, что их в таких условиях принимаем. Новое здание имеет более удобное для посетителей расположение и обеспечено всеми необходимыми условиями для комфорта и безопасности потребителей. Вместительной парковкой, системами видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и вентиляции, пандусами для людей с ограниченными возможностями. Помимо сервисно-расчетного центра и магазина по реализации электротехнических изделий, оборудованы рабочие места для приема потребителей по самым разным вопросам. От оформления договоров по энергосбережению до получения справок и консультаций по годом. К сведению посетителей, на стендах представлена необходимая информация по расчетам за энергию, осуществлению административных процедур по вопросам энергосбережения и электробезопасности. Конечно, мы как потребители получим большое удовольствие, придя сюда, в эти комфортные и очень красивые условия. Для нас, жителей, да и тем более в год малой родины, это огромный подарок. Здесь постарались учесть все современные тенденции качественного сервиса. А это в первую очередь внедрение новых информационных технологий, позволяющих сделать понятными и прозрачными отношения с потребителями энергии. Их, кстати, на обслуживании Лельчицкого участка сегодня более 13 тысяч. Это подчеркивает в Гомель-Энерго целенаправленная политика государственного производственного объединения «Белэнерго» по повышению качества обслуживания граждан и юридических лиц. Сегодня внедряем счетчики с дистанционной передачей данных. Цель такая, чтобы минимум беспокоить наших абонентов. Если человек добросовестный плательщик, то есть мы снимаем, не заходя в дом, показания, контролируем, и вопросов не возникает. То есть мы появляемся у людей в идеальном случае раз в 8 лет, когда подходит срок государственной поверки замены счетчика. В РУП «Гомель-Энерго» убеждены, что комфортные условия работы будут и дальше способствовать профессиональному росту коллектива лельчицких энергетиков, послужат продуктивной площадкой для взаимодействия жителей района с энергосберегающей организацией по всем возникающим вопросам, будь то обслуживание приборов учета, расчеты за электроэнергию или оформление льгот. Что можно сказать о результатах работы «Энергосбыта» «Гомель-Энерго», филиала «Энергосбыт» РУП «Гомель-Энерго»? Ну, у них отличается качественная, целеустремленная работа, направленная на повышение качества и уровня обслуживания потребителей электрической энергии. Юлия Хорошина, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».